Собственно, сделали мы небольшой стрелковый тест буллпап-кита от фирмы Black Storm, третья версия, для автомата Калашникова. Стреляли с разными дульными устройствами для сравнения. Смешно получилось. Первый вот на клюве Слава пристреливал коллиматор. Если вы заметили, наверное... А где бумажечка? Давай, наверное. Вот сейчас Слава покажет. Пристрелка была на клюве, а затем, когда мы начали менять дульное устройство, вот сразу была пристрелка. Вот так вот. То есть, в принципе, ложил все фактически в десятку с 25 метров. Затем, когда начали ставить ДТКшки, начало низить, да? Да, я так да. понимаю. То есть, ну, обусловлено, естественно, самой конструкцией. И, в принципе, возможно, из-за того, что убрался немного подброс. Ну, это мы посмотрим на замедленной съемке. Вернее, вы уже увидели, скорее всего. Ну и по ощущениям, скажи, пожалуйста, твои ощущения вот именно в сравнении со стандартным клювом, с ДТКшками и с мини-глушителем. Как по мне, так глушитель, даже он маленький и звук не сильно притушивает, с ним намного комфортнее работать. Самый оптимальный даже по сравнению с ДТКшками. Да, да, да. Это получается, я не знаю, сильно, мне кажется, будет соседа справа-слева глушить. Четко. Пипец, тут такая волна сбоку идет у меня же. Ну, ДТК есть ДТК. Ну, я сильный стоял, удар, я стоял за камерами на расстоянии. Здесь мягче, но его надо работать с креплением, грубо говоря. Потому что, я так понял, болтается. Из-за этого разброс был сумасшедший. Болтанка и очень маленькое отверстие. Оно впритык, по-моему, около 8 мм всего. Здесь больше, здесь 8,5. Из них 8,5 или 9. Этот хороший. Идет, да. Ну, он очень сильно, он самый громкий. Да. Это копия Лантака. Стальная, все нормально, но китайская. Но он очень громкий, очень сильно от него в сторону расходится, конечно, ударная волна. Этот мягкий, и по весу он, наверное, все-таки для баланса больше. Для баланса подходит. Хорошо, да. Вот. Но его нужно подгонять под конкретный ствол, потому что есть небольшой люфт, в итоге все-таки пуля, скорее всего, изменяет, даже не на небольшом расстоянии, изменяет траекторию. Ну и что? По глушителю, в принципе, нормально, хотя тоже низит, да. Но пойдет, это из-за того, что у глушителя такая конструкция, что это как бы глушитель, а внутри у него некий ДТК-компенсатор, да, стоит. Вот. ДТК-компенсатор склад. ДТК это есть компенсатор, да. Ну, в принципе, что ты вообще по буллпапу этому можешь сказать? Как тебе? Очень удобно, я могу сказать. Единственный нюанс. Вес, ну, с весом, я думаю, можно будет решить. Но вес увеличился на сколько, ну, мы на считали? 400 грамм. На 400 грамм, ну, да, все-таки железо куда-нибудь. Путем доработки, я думаю, можно будет еще грамм 150-200 сбросить. Да, и все-таки мы снимаем уже через неделю после первых попыток стрельбы. Я потом более подробно покажу уже, когда буду делать следующее видео по установке более подробной на калаш. Пока там были проблемы, не возвращался нормально спусковой крючок обратно, потому что натяги сделаны. Расскажи, пожалуйста, что ты сделал. Заусенец был буквально в этом месте. Да, в эту сторону так покажи. Буквально в этом месте был заусенец небольшой. Здесь изгиб тяги получается. Да. Да. И небольшой заусенец. Буквально есть, минута наждачка решила все вопросы. Минута наждачка. Вот. Да. Далее у нас нижняя часть ствольной тоже там не натягивалась. Тоже минута наждачка решала все. Все. Никаких дополнительных инструментов я к нему не... У меня валялся просто, скажем так, дома оказался кусок наждачка. И я с ней решил все эти вопросы. Покажи сейчас, пожалуйста. Ну вот, передерни спуск, как он возвращается. Крючок. То есть без проблем сейчас, да, все идеально работает. Ну, по стрельбе было видно, что никаких задержек, ничего. Все отлично. Ну и ты мне сказал, что ты немножко холостил, но вот мы попытались отработать выход из машины. То есть с калашом ты уже как бы привык, вы давно в этом плане тренируетесь. Да, да, да. Вот именно выпадание из автомобиля и после этого стрельба. Намного веселее, компактнее, скажем так. Даже магазин прячется за рукой, уже не мешает. Я водитель просто получается, им ни за что нигде не цепляюсь. Это во-первых. Во-вторых, сразу же открыв двери, я могу работать. С калаша мне нужно его еще вытащить и вложиться, скажем так. Ну и я не знаю. Ну немножко все-таки, я так понимаю, нужно побольше потренироваться. Да, надо просто заниматься. И в принципе именно вот перезарядка, что все как бы сетуют на то, что магазин в задней части. Ничего страшного. Особенно это в калаше, да, не совсем удобно. Но здесь есть специфические нюансы именно для этого буллпапа. То есть сам производитель, они не зря они все-таки идут у них. Это уже третья версия, она практически отработана нормально.
именно там вот изгиб вот этот, именно в 7,62 калашей, все-таки по специфике рукоятки, что присягни, пожалуйста, магазин, покажи, давай, мы посмотрим. Вот в эту сторону. Вот я попытаюсь показать, вот он вроде так застряет, но специфика магазина, что его нужно не с проворотом вставлять, а мы вставляем его, по сути дела, как у арки, вертикально сюда, а дальше он защелкивается. То есть, если этот навык отработать, оно ничего застревать не будет. То есть, мы его не сюда проворачиваем и потом доворачиваем, а все-таки ставим немножко под наклоном и вертикально вверх. Сейчас я попаду в саму шахту. Расширитель не успел поставить, Миша. Да, сейчас. Мне просто с этой стороны не совсем удобно. Вот мы загоняем, и он за рукоятку, даже по сравнению с первой, второй версией, рукоятка удлинилась на самом деле. Она была более короткая и срезана именно с доворота магазина. Угол поменяли. Они сделали более 90 немножко градусов. Немножко, да. Доработали угол, но именно вот это досылание магазина практически как у AR-систем, то есть вертикально вверх. И здесь просто защелка, она сама догоняет дальше магазин в коробку. В принципе, это просто нужно доработать эти навыки, и магазин, он буквально вот так вертикально и ставится, и извлекается из коробки. Ну, это все посмотрим дальше. Опять же, Слава сейчас дорабатывает старую версию шахту, просто нужно допилить, потому что она вот упирается в саму, получается, скобу защелки. Да, оно ставится, но я сразу скажу, что... Доделаешь, я думаю, мы еще поснимаем. Конечно. К следующим видео все-таки что-то сделаем. Если, тем более, если будет интерес, мы, я думаю, тут еще есть над чем работать. Я не про сам булпап говорю, а то есть по обвесу, по работе с самим булпапом, то есть как именно в работе он в стрельбе и так далее. Сразу же скажу, так анонсирую, что фирма Black Storm выпускает, уже начинает серийное производство четвертой версии этого булпапа. В прошлый раз я уже говорил, но еще повторюсь. Версия будет с левосторонней рукояткой. Вот здесь будет рукоятка, сведение внизу. То есть не надо будет вот тянуться на правую сторону, а сразу как бы схватил его, с левой стороны взвел. И это не требует никаких абсолютно доработок штатных автоматов Калашникова. То есть на любой абсолютно ставится, на служебный, ну, на личный. Я свой, например, пилю, на служебный ставится спокойно, потом кит снимается, он сдается в оружейку, и все, и человек уходит на гражданку. Вот где-то так. Ну и плюс тоже Black Storm дорабатывает свою версию шахты, потому что предыдущая это была не их даже разработка. Так они дорабатывают, это они мне по секрету сказали, я их сейчас сдаю просто. Так что я думаю, тебе ты это доработаешь, но потом тебе будет вариант даже сравнить. Вот первая версия это Шмайсера разработка эти шахты, а потом будет версия все-таки самих Black Storm. Да, они там делают, я думаю, там вообще все идеально и намного легче будет. Я надеюсь, тебе понравилось по сравнению с обычным калашом. Конечно. Еще произведем некоторые испытания, но это уже потом увидите. Пишите комментарии, кому что интересно, задавайте вопросы. Слава тоже будет заходить. Я буду отвечать, возможно, придут разработчики Black Storm, тоже поотвечают. Я им все это транслирую. Ну и в дальнейшем это не последнее видео по булпапу, в частности, этому. И по этому будут еще видео, и по другим. Поэтому ставьте пальцы, подписывайтесь на канал, делитесь с друзьями. Всего хорошего, до новых встреч. Бытует мнение, что при стрельбе с булпапа сильный перегаз идет в район ствольной коробки, поэтому без очков лучше не стрелять. Здесь я уверен, что конструкция нормальная, но все равно я очки использую от фирмы «Доспехи для глаз» из Киева. Ну и, собственно, испытываем булпап от Black Storm, третья версия. Thank you.
газа немножко есть, естественно, но это обусловлено тем, что используется глушитель. Соответственно, с ДТК и некоторыми другими устройствами такой сильной загазованности в ствольную коробку не будет. Ну и, соответственно, глаза защищены от ошметков и остатков порока. Вот это удобно.